друзья мои. Ну а здесь мы проезжаем нашу уже любимую усадьбу Парнинин, которая по-прежнему стоит на своем месте. Единственное, что буквально в одном из прошлых выпусков я делал полный обзор на нее. Вот сейчас я вам показываю ссылочку вот здесь вот в углу экрана на этот ролик. Вы можете посмотреть, как я здесь полазил и что здесь и как. Ну а сейчас мы ее просто проезжаем мимо, потому что мы ее уже многократно видели. Друзья мои, хочу поделиться такой информацией. Сейчас остановили меня полиция, проверить документы. И задали такой сакраментальный вопрос. А что это за мотор? 1.6? Я такой, ну да, да, 1.6. Странно, а работает как 1.9. А документы-то у меня 1.6. Вот, ну, в общем, пойдем открывать мотор. Вот, я пошел, открыл багажник, чтобы к мотору подлезть, а там у меня все завалено. Он такой, да, это надолго, короче. Я говорю, ну да, сейчас все это перебирать. Он такой, ладно, езжай. Но, говорит, у тебя 1.9, я это слышу. Думаю, ёкаламэнэ, я говорю, нифига вы разбираетесь. Ну, в общем, это, отпустили с миром. Но это звоночек о том, что надо, видимо, заняться документами на переоформление. Благо, у меня легальный мотор, растаможенный и оформленный. Осталось его только вписать. Но это не так просто. Так что буду сейчас выяснять, как это сделать легче, быстрее и подешевле. Вот. Ну, а мы пока едем дальше. Друзья мои, вообще мы сейчас держим путь в поселок Гастелово для того, чтобы проверить вообще с того момента, когда школу привели в порядок. А если кто не в курсе, о чем речь, то подсказочка вот здесь. Хоть посмотреть вообще, я с тех пор так здесь и не был, уже прошло достаточно много времени. Мне интересно вообще, в каком там сейчас все стадии, в состоянии и так далее. Вот, так что вот сейчас уже подъезжаем к поселку и будем смотреть. Так, друзья мои, ну что, мы уже в Гастелово. Сейчас едем к школе. Посмотрим, что у нас там, какая обстановка. Гастелово по-прежнему достаточно печально выглядит, хоть и исторический, достаточно исторический городок, но грустный. Чем дальше от Калининграда, тем города грустнее, к сожалению. Так, друзья мои, ну что, приехали мы на инспекцию, в кавычках, школы в Гастелово, посмотреть, что здесь и как сегодняшним днем. Вот, вижу открытые окна, разбитые окна в подвальных помещениях. При этом вижу заколоченные, вот есть даже места. Так, ага, вот здесь вот в подвалы оставили открытые окна, через которые, я думаю, что можно пролезть, и люди этим и занимаются. Вот. Так, так, так. Ну, в общем, администрация что-то не чешется, чтобы заделать оставшиеся дырки. Хотя, с другой стороны, вероятнее всего, это делается, может быть, для того, чтобы школа не была закупорена, чтобы все-таки в ней воздух ходил, дабы она не сырела и не плесневела. В принципе, в этом есть доля логики, если это, конечно, так. Ну, ладно, пойдем обойдем, сейчас посмотрим, как там изнутри все обстоят дела. Так, ну здесь тоже окошки на втором этаже как и были разбиты, так и есть. А вот это у нас белая штучка идет. Это у нас камеру стоит. Так, что у нас здесь? А, ну здесь все по-прежнему нормально. Как заколотили тогда, заделали, так оно вот сейчас и так и осталось.
Пока следов взлома не видно. Ну, в целом, вполне себе гуд. Хоть так, достаточно неплохо. Вот, так что эффект все-таки пока держится. Эффективность тех действий, которые были сделаны тогда, видите, налицо, так сказать. Ну-ка заглянем в дырочку. Как у нас там дела? Ну, там по-прежнему все чистенько, порядок. Все как и было. Прекрасно. Ну, я доволен результатом, что до сих пор не засрано, не выломаны вот эти все деревяшки. И доступ в школу, ну, как бы он есть, да, там вот через какие-то окна. Ну, по большому счету, сейчас здесь уже делать нечего, уже украсть мне нечего, а засрать и что-то сломать тоже уже нечего. Поэтому, по большому счету, наверное, уже вандалы особо и не лезут туда. Ну, хорошо, отрадно. Там и есть. Так, друзья мои, ну что, мы заезжаем в поселок, в город, поселок, в город Славск. Мы здесь сильно не будем тоже задерживаться, проезжаем его достаточно сквознячком. Вот, что меня здесь интересует? Мы сейчас подъедем, посмотрим, здесь прекраснейшая кирха, и она была вот совсем недавно на реставрации. Вот, я не знаю, сняли ли с нее уже леса или нет, но мы сейчас, собственно, это и посмотрим. Вот в Славске вот так граничат вот такие исторические немецкие дома, достаточно интересные, но, правда, уже очень ушатанные. Ну и вот советская архитектура рядышком. Дальше опять немецкий дом с красивыми балконами когда-то был. Тут напротив опять советская архитектура. Ну и так весь город. В принципе, наше, не наше, наше, не наше. Нравятся мне эти контрасты. А вот смотрите, какой домик красивый. Ой, классный. Вот еще один симпатичный дом. Так, ну что, друзья мои, кирха еще пока в процессе ремонта, но уже она, конечно, выглядит вообще по-другому. Просто она стала такая вся чистенькая, аккуратненькая. Блин, классно. Быстрее бы ее уже доделали. Хочется прям походить, потрогать все это. Ну, а пока едем дальше. Потому что сейчас к ней прохода нет. Друзья мои, ну что, мы добрались наконец до поселка Ленинское. Покракен по-немецки это звучало. Что меня здесь интересует? Меня интересует вот эта кирха. Кирха достаточно интересная. Не сказать, что прямо какая-то она особенная, но у нее очень классный шпиль, до сих пор отделанный еще настоящим шифером, сланцевым вот этим вот материалом, как он, я не знаю, правильно называется, камень такой, еще оригинальный. Ну вот, шпиль. Там на вот где стоит крест, и под ним такая бронзовая, вроде как, вот это основание, видно какие-то точки, возможно, пули, что, может быть, стреляли когда-то в послевоенные годы по нему. Ну вот. Но еще что здесь примечательно, что здесь заходишь внутрь, и внутри нас встречает вот такой лес. Просто бомбический дремучий лес. И там, на той части кирхи, вот, видно, не видно, не знаю, вон они. Там аистиное гнездо, и аист он сидит красивый. Ну, а здесь внутри что у нас? Сохранились какие-то элементы оригинального декора. Такой вот свод красивый здесь на входе нас встречает. Ну, и есть лесенка такая сохранилась, каменная лестница на второй этаж. Отсюда открывается еще более живописный и эпический вид. Вот, посмотрите, как это выглядит. Просто вау! Класс! Тут, конечно, ну, интересно. Очень интересно. Интересная кирха. Вот остались, видимо, какие-то опоры от балок, либо от чего-то. Ну, это явно выполняло роль опор неких.
Ну а здесь просто лес. Если посмотреть из колокольни, колокольня, кстати, тоже вот сохранились балки, еще оригинальные. Судя по всему, кто-то пытался лезть наверх, тут канат такой самопальный из тряпок сделали. Вот, наверху там на колокольне слышны голуби, естественно. Ну, а здесь вот это выглядит все вот так. Очень круто, на мой взгляд. Прям фактурно. Супер. Не зря я сюда ехал, только ради этой кирхи уже стоило сюда заглянуть. Вот интересно, ну, не хочу просто идти по этому лесу. Конечно, в алтарную часть бы зайти. Но что-то мне не хочется сильно. И остята, вон они сидят там себя, по сторонам смотрят. Вот такое вот интересное заведение. А здесь вот тоже была, получается... А, это просто часть крыши, наверное, мало. Вот это вот. Тоже вход один. В общем, кирха... А, еще я что заметил примечательно. Посмотрите, здесь такая надпись. Сохрани поселок чистым. Не поленись, брось мусор в мусорку. Какие молодцы. Тут прям респект. Но пока я поселок вижу достаточно чистым. Мусора я особо не увидел. Да и поселок не особо большой. Здесь вот рядышком здание. Вероятно, это был дом пастора. Учитывая приближенность к кирхе. Последующие годы вот это была школа. А с той стороны там этот клуб. Но школа сейчас закончилась. А клуб, вроде говорят, ребята, еще работает. Вот. Школа сейчас заброшена полностью. Вот, и видно, судя по всему, заброшена она весьма давно. Судя по состоянию внутри. Так все здесь выглядит. Полов нет даже. Ничего нет. Школы ничего не осталось. Кирха со стороны выглядит тоже очень... Нет, на самом деле, беру свои слова назад. Кирха интересная. Я говорил, что она не очень примечательная. Нет, она примечательная. Она реально красивая и достаточно необычная. Мне она прямо нравится. Нестандартная, скажем так. Очень классные подоконники были. Видите, из такого камня, облицованного глазурью, как печи. Печной камень делали, вот такой же глазурированный. Так, ну, здесь, я надеюсь, собак никаких нет. Покошенная трава. Не знаю, вот это вход в клуб. Что здесь? Сарайчик такой. Ну, вероятно, клуб. Что, ребята сказали, что клуб вроде действующий. А, ну вот. Класс. Вот это вообще прям вообще. Кто-то решил сделать услугу клубу. Не очень понятно, конечно, насколько он действующий, потому что что-то здесь жизни немного. Хотя вроде трава покошена и все достаточно ухожено. В этом смысле. Что-то мы все с теневой, да с теневой стороны. А вот солнечный я даже не подснял ее. Не-не-не, красивая кирха, я говорю еще раз, повторюсь. Беру свои слова назад по поводу ее заурядности. Она на самом деле очень даже хороша. А, так, здесь уже частная территория примыкает. Не пойдем, конечно, туда. А вот здесь вот я смотрю, какой-то что здесь, я не понимаю. Видите, сочится вода. Здесь может быть источник, вероятно, кстати. Может быть родничок какой-то. Но мы этого проверять не будем. Я все-таки решил пройтись на разведку сквозь эти дебри, сквозь эти джунгли. Здесь на самом деле не так уж и... Главное, чтобы ни в какие какашки не наступить. Я надеюсь, здесь не будет никаких какашек. Хоть
хочется все-таки дойти до алтарной части. Интересно, как она. Она такая полукруглая, красивая. А вот и она. О, не зря, не зря. Ух ты, ё. А здесь вон вход есть отдельный, кстати. Обалдеть. Смотрите. Еще росписи остались. Вот это да. Вот это я не зря зашел. Очень круто. Очень круто. Вон, даже на ребрах, на вот этих, все он окрашено. А здесь вот вход, кажется, есть, но он тоже, видите, в дебрях. Это надо знать, что он здесь. И обходить также по кустам. В смысле, не вижу. Блин, какая красота. Слушайте, ну очень круто. И знаете, отдать должное, здесь вот эти заросли, и они даже придают свой колорит. Офигенно. Здесь при этом достаточно чисто, ну как бы мусора нет такого, там из серии мешки с говном. Вот, и здесь достаточно такой чистый ландшафт среди вот этих всех кустов. Так что пройти мне страшно. У нас это говно. Ну все, на этом точно все, и пора ехать. Так, ну что, друзья мои, поселок Ленинское оказался весьма, ну, обычный поселок. Ничего такого особенного, но кирха, конечно, все-таки мне понравилась. Очень клевая кирха, и очень вот эта вот фактурная картинка. Сейчас мы едем в сторону Советска, поближе куда-нибудь, потом найдем интересное живописное местечко, где мы остановимся на еду. Покушаем. Да, покушаем. Там посмотрим, если не налетит град, по прогнозам град и ураган должен нас ждать. И молния, да, гроза. Вот, так что, если мы сейчас никуда не попадем под это все, то поедем дальше, пока световой день есть. А там уже посмотрим. Ну вот, такие новости. Ну что, друзья, по прогнозам дождь обещают. Град, дождь, ураган. И вон уже даже впереди радуга появилась. И вероятно, что там уже где-то что-то, влажность повышенная, скажем так. Ну, мы подъезжаем к Советску. Сейчас мы в Советске запаркуемся где-нибудь, чтобы покушать. Вот. И уже посмотрим по обстоятельствам и по погоде, что делать дальше. Вот. Конечно, не хочется нам возвращаться домой. Но посмотрим. В общем, не будем сейчас загадываться. Да, друзья мои, вон впереди уже накрывает нас. Наступает всячески. Скоро солнышко скроется за этими тучами. И мы почувствуем на себе гнев природы. Эх, елки-палки. Очень хочется надеяться, что он будет кратковременный и не сильно последствия будет иметь. Потому что обещают прямо град. Град, град, град. А град — это самое неподходящее, что вот хотелось бы. Да, правильно. Яйцо! Да! И тогда что будет? Ну, стекло может пробить. Да и не только, и башку проломить может. Так что, да. Будем надеяться, что все обойдется. А пока мы едем по прекрасной тильзитской брусчатке. Она достаточно крупная, за счет этого очень резонирует. Блин. Друзья мои, ну что, мы вот доехали до города Советска, Тильзита. Встали вот здесь вот в бухте, на берегу, вот с таким крутым видом техногенным, чтобы покушать. Сейчас мы с Тёмычем перекусим и будем думать, что делать дальше. Потому что погода нам ничего хорошего не предвещает. Но домой мы тоже ехать не хотим, потому что на улице очень тепло, классно. И будем надеяться, что дождик пройдет и все это закончится. Мы продолжим наше путешествие. Да, Тёмыч? Или домой поедем? Не, лучше кататься. Посмотреть на град. Да. Ну, здесь вот такое крутое местечко, прикольно. Он будет не отвергающий. Друзья мои, ну что, мы пару часов уже протусовались, наверное, здесь, покушали. Абсолютно офигенная атмосферка. Просто погода успокоилась. Дождь прошел минут 10, наверное, такой легкий-легкий. И все, с тех пор вообще тишина и кайф. Вот сейчас мы собираемся
Вон пацанва там что-то ловит в этой грязи. Неужели рыбу? Сейчас собираемся поехать еще в пару мест, которые успеем, в принципе, уже близится закат. Но, может быть, успеем. Здесь неподалеку есть какая-то деревушка, где тоже есть интересная кирха. Поэтому поедем посмотрим. Друзья мои, мы покинули город Советск. Едем теперь в сторону города, поселка Канаш. С таким необычным названием. Потому что там нас интересует весьма необычная кирха. Вот я очень хочу на нее посмотреть. Я давно ее видел в инстаграмах, в интернетах, так сказать. А вживую мне, конечно же, намного интереснее. Поэтому сейчас вот доедем до туда. Ох, какой дом красивый. Доедем до туда, посмотрим на нее и посмотрим, что мы еще успеем посмотреть, пока не стемнело. Друзья мои, здесь у нас супер необычная и нестандартная кирха в поселке Канаш. Вот это кирха, да. Вот представьте себе. То есть я бы сам бы, наверное, не додумался бы. Если бы проезжал мимо, я подумал бы, наверное, что это какой-то, не знаю, элеватор, может быть, или что-либо. Но это кирха. Прям принципиально отличается от всего вообще, что я видел до этого. По крайней мере, в нашей области так точно. Офигеть. Просто. Интересно, там есть вход в нее открытый или нет? Сейчас посмотрим. В общем, друзья мои, было принято решение нами с Артемом совместно, что мы приедем эту кирху поснимать завтра утром. Сейчас мы недалеко, в принципе, от Советска. Мы сейчас вернемся в Советск, переночуем там нормально на бензоколоночке. И завтра утречком встанем и вернемся сюда поснимать эту кирху с квадрокоптера и нормально при дневном свете. Но сейчас темновато, конечно. Вот. Но сейчас пока держим путь обратно в Советск. Надо было не уезжать оттуда, а уже спокойно отдыхать и завтра ехать по белому дню, так сказать. Ну ладно, ничего страшного. Все, да, Артем? Уже сонный. Ну все, мы, короче, встали на ночевку. Сыночек уже себе тут. Сына, ну как тебе? Соскучился уже по ночевкам в бусике. Вот, у нас здесь такой спартанский бардачок немножко. Вот. Сейчас немножко больше света сделаю. Так вот. Вот. Короче, сейчас поужинаем. И спадки, да, сынуля? Да. Все, ладно. Всем спокойной ночи. До завтрашнего дня.